Нарвала первой зелени в огороде. Вот такой лучок у меня уже. Это ж нет лук называется. Кто-то может помнить, такие у нее красивые синие стрелочки рано в июне выгоняют цветочки. На стрелках пушистые синие, круглые такие, сиренево-селькового цвета, соцветия. И это я себе сейчас в суп гороховый из гороха, который выдали нам гуманитарной помощи, варю. Добавлю первую зелень, покрошу. А вот это моя летняя кухня. Холодильника нету, там тушенка всякая из гуманитарки, сок березовый квасится с изюмом и сахаром. Запасы воды. И вот это вот такое все, огурцы. Короче, все, что в холодильник нужно, пока здесь хранится, здесь холодно, потом буду в подвал выносить, пока холодильник перевезем. А здесь у меня суп варится гороховый. Картошку бросила, скоро закипит. Поджарка. Да, мыть, конечно. Тут вон штукатурка пооблетала. Ой, плохо видно. Вот. Вот это вот после взрывов, когда вот это прилетало на Первомайск. Повываливалось прям кусками. Оно, конечно, все у меня и так старенькое. Но скоро страшно дотрагиваться. Но штукатурить я пока не умею, к сожалению. Да и денег нет у меня на это все. Скоро вот потеплеет совсем. И буду мыть здесь, убирать паутину, сметать. Коврики стирать. И все здесь мою, стены мою, и пол мою. Потому что за зиму налипает всякие, брызгает с плиты. Я вот это летом вымываю все налито. Вообще люблю, конечно, тут летом готовить. Открываю дверь тут настежь. У меня тут насажала себе клумбу, полоть надо. Кусты, ягодные кустарники, пионы, лилии, ирисы. В общем, все по очереди цветет. Вот он. Классный супчик такой получился у меня. Сейчас остынет, буду есть. Блин, 3 часа без 15. Зеленью с первой. Боже, пахнет как. Мама дорогая.